Пришел оперный певец к врачу. У меня что-то корпус пропал. Ну, пропал. Ну, бывает так. Совсем мне голос нужен. Я пою. Это мой хлеб. Голос надо вернуть. Ну, доктор все осмотрел, послушал легкие. Говорит, все в порядке, говорит. Ну-ка, снимай штаны. Тот снял. О, так у вас это, член-то большой, так все натягивает связки-то, и голос-то пропадает. Да. А что же делать? Ну, отрезать надо. Ну, режьте, я без голоса никак. Ну, доктор обрезал, тот убежал. Через 3 дня опять бежит. Доктор, меня жена из дома выгнала. Это, пришейте обратно. Что упало, то пропало.